Миллионы казахстанцев ежедневно следят за делом об убийстве Салтанат Нукеновой. Людей потрясла смерть молодой, цветущей женщины. Но психологи считают, подобный интерес можно объяснить и по-другому. Многие живут по принципу хлеба и зрелищ. Таких людей привлекают негативные новости. В тренде – чернуха. Дай человеку зрелище, и он перестает думать о чем-то другом. Это печально, это вообще свидетельство о нашем психологическом состоянии. Люди на этом будут больше выгорать, больше переживать, и через какое-то время будут более серьезные последствия. По словам социологов, суд стал подобием сериала не только в нашей стране, но и за рубежом. К тому же тема бытового насилия больная для казахстанских женщин. Острая тема для многих женщин, у которых такое же положение в семье, которые могут ассоциировать себя с этой Салтанат. В то же время многие мужчины смотрят, потому что они тоже считают, что это такой вопрос тревожный. Мне кажется, что будет это какое-то оздоровление общества, потому что об этом надо говорить. И надо смотреть правде в глаза. Политолог Айдар Алибаев говорит, интерес вызывает противоречивая личность подсудимого, бывшего осужденного балашаковца. Он уже, можно сказать, медиа-рецидивист. Сперва он 10 лет получал за экономические преступления, что там коррупция, кажется, еще что-то. Вот, досрочно вышел. Потом он влипал в скандалы какие-то. Эксперты говорят, такой суд – прецедент. Теперь вместо единичного показательного суда в стране должна сложиться практика открытых процессов. Люди должны видеть, как работает судебная система изнутри. А многие участники процесса стали настоящими звездами. Некоторые люди пишут комментарии, что хотят стать прокурорами, судьями и медицинскими экспертами. Анастасия Новикова, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Утрар».